у Ольги Миколаївської поетеси вже вийшло дві збірки поезії. Це «Волошкове намисто» та «Три жовтих сни». Є у неї і проза. У молодої авторки багато тем. Вплітається у них і Миколаїв, який має що сказати. Миколаїв – це город поетів. Це город з достатньо активною поетичною життю. Причем она разная, она пестрая. Есть и здесь и известные, именитые авторы, есть и молодежь, и совсем юные авторы. То есть потенциал у города большой, он всегда был. Особливо Ольга полюбляє творчість миколаївських колег-поетів – Аркадія Сурова, Катерини Голубкової, Олега Духовного. Крім того, читає японську поезію «Ремарка». Також вона постійний організатор літературного арт-пікніка «Спаський трамвай». Перший трамвай, а лучше останній, розвозить тіні, печаль і осінь. Монетой медной на аверсі цифра 8 сверкает сонце. Веснущатой курноса. Трамвай-копилка правит его в закат. Поручни ребра, подбросьте денежку. Выйдет орел, под луной нам встретится. Лавандовой ночью, третьего летнего месяца. Орешка, там сердце, что компас вертится. Скрин на заставку и целовать айпад. Писати вірші – дар або щоденна праця – багато хто замислюється над цим питанням. Что-то должно быть заложено, просто ты этого не осознаешь. А в какой-то момент оно в тебе прорывается, и уже не можешь, наверное, не писать. Хотя без какой-то работы, без критического отношения к себе ничего не выйдет. Но, с другой стороны, и работой это не назовешь, потому что подчинено все вдохновению. За фахом Ольга – політолог. У неї підростає син. Пояснити, звідки та як виникає натхнення, буває важко. А от чего зависит оно? Это абсолютно необъяснимая вещь. Просто для этого должно сойтись в одной точке настроение, какое-то эмоциональное состояние, какие-то события или даже что-то мелкое. Иногда бывает, ну, ты поражаешься тому, насколько это вообще берется из ниоткуда. Свіжа книга «Три жовтих сни» – збірка переважно любовної лірики, проникливою та щирою. Поет досліджує цей світ у свій особливий спосіб. Ощущает его более остро, и поскольку у него его суперсила – это слово, он выражает эти ощущения в слове, какие-то переживания, боли и прочее. Он может это оформить так. Музыкант в музыке, художник в каких-то живописных работах, то есть каждый по-своему. Творці часто використовують події свого життя, переживання як матеріал для роботи. У Ольги часто цікавляться, про себе вона пише у творах чи ні. Я пишу не автобіографію, а літературу. Да, многое автобіографічно обо мне, но порой в эти автобіографічні тексти вплітається і, ну, будем говорити такими грубими словами, вимисел. А ось таємничий процес перетворення слів та рядків у вірш таїть загадку і для самої авторки. В ці моменти, коли щось пишеться, відкривається якийсь канал. Я не дуже спеціаліст у всіх цих таких езотерічних моментах, я взагалі відношусь скептично, але от інакше це трудно описати. Свої книги дарує друзям і знайомим. Подарувала книгу Ольга і мені. Ты обнимал меня, как музыку, с глубоким вдохом, стремясь различить и впитать все мои ноты, диезы и бемоли, а главное – потаенные мелодии, о которых мне самой ничего не известно. Так окунаются лицом в полдневное море, ища спасения от колючего солнца и назойливых лиц. «И пусть весь мир подождет», – говорил ты. Кошки цвета гаванской ночи подстерегают своих канареек. Призраки людей беззаботно танцуют, покачивая бедрами. Ловят рыбу, не носят ботинок.
и никогда не заглядывают за горизонт. Слышит ли меня кто-нибудь? Ты слышишь?